Марка Infiniti продолжает по частям раскрывать будущий кроссовер QX60. Среди самых свежих откровений – подробности, касающиеся силового агрегата, полноприводной трансмиссии и ездовой электроники. Несмотря на слухи, будто новинка получит 2-литровый турбомотор, по факту под капотом сохранится 3-литровый атмосферный V6 мощностью по 300 сил, а в пару ему положен 9-ступенчатый автомат марки ZF. Любопытно, что для нового Infiniti силовой агрегат снабдили активными опорами, которые эффективно гасят вибрации. А чтобы задавать режимы работы двигателей и коробки, в салоне появится 5-режимный селектор. Распределять крутящий момент будет полноприводная трансмиссия Intelligent All-Wheel Drive, созданная вокруг новой межосевой муфты. Она при необходимости почти мгновенно перебрасывает нужную порцию крутящего момента на задние колеса. Любопытно, что благодаря целому арсеналу датчиков, электроника заранее предугадывает, куда необходимо направить дополнительную тягу. Подчас это происходит до того, как передние колеса начинают буксовать. Более того, QX60 оснащен ограничителем пробуксовки. При помощи штатных тормозов он корректирует распределение момента между колесами, что особенно полезно на обледенелых дорогах, когда сцепление есть только по одному борту. Кроме того, новинка получит богатый набор всевозможных ассистентов вождения. В частности, для нее заготовлена самая совершенная версия фирменной системы ProPilot Assist, которая, как гласит пресс-релиз, избавит водителя от бремени дорожной рутины. Так упомянутая система способна замедлять кроссовер эффективнее и плавнее, чем прежде, а корректирующее маневрирование стало почти незаметным. Совсем новое умение — смещаться ко внешней кромке полосы, если рядом движется большой грузовик. Объявлено, что команда испытателей провели за рулем прототипов 1000 часов на дорогах Северной Америки, чтобы настроить и откалибровать все решения и системы. А впереди долгожданная премьера. В ожидании этой самой премьеры придется снова взглянуть на концепт QX60 Monograph, то есть монография. Примерно таким будет серийный QX60 второго поколения, притом даже утопленные дверные ручки, скорее всего, сохранятся. Более того, концепт задает общее направление развития дизайна на ближайшие годы, а идеологической основой для новой философии стиля стали оригами, кимоно и прочие атрибуты японской культуры.